Всем доброе утро и добро пожаловать на мой канал. Я нахожусь в Израиле, в Тель-Авиве. Отель мой называется Херанс, это пятерка. Я отдыхаю здесь уже пятый день получается. У меня тур на неделю. Ну и кажется, сегодня у нас портится погода. Обещают вообще каждый день дождь, ливни, но вот сегодня, сейчас покажу, какая погода. Я уже выходила утром. Утром небо, конечно, было другое. Я снимала маленькое видео для заставки. И вот, пожалуйста, за какой-то часик. Ох-хо-хо, что называется, да? Но вчера тоже как бы вот обещали весь день, что будет прям вот ливень. Но вчера была еще отличная погода. Очень жалко. Холодно, прям вот, знаете, вот как у нас начинается такая ранняя осень. Ну, 14 градусов показывает. На небе, ой, на небе, господи, вот там на море даже, ну, вдали, да, это какая-то дымка. Это дымка. Не пойму, что это, но вот смотрите, как море разливается, это называется ветер с моря дул. И вот такие волны нагнал. Да, бассейн, который тоже мне очень хотелось искупаться, но это... Ну, так и не получилось. Ну, прям вот прохладно. Пятый день еще. Ну, сегодня и завтра у меня. И вот так вот получается. Ну, ладно, ничего. Я и такую погоду люблю. Я люблю вообще любую погоду. Главное, чтобы было в душе счастье и радость. Остальное все будет. Ох, там вот волны даже вон. Даже посередине моря. Ну вот здесь, когда живешь, ну, вблизи набережной, ну, конечно, особо здесь, ну, более прохладно всегда. Так бы смотрел и смотрел на море. Хоть оно и... не искупаешься, но оно так разливается красиво. Мне очень нравится. Все, а я уже почти собралась и иду на завтрак. Завтраки у меня здесь включены. Вот. Так что вот так. Идемте завтракать вместе со мной. Так, ну что, я на завтраке. Сегодня нас снова посадили вот здесь, в зале. Не выпускают. Потому что сказали холодно, дождь. Вот я сделала немножечко, приблизила, чтобы показать. Да, народу. Я не знаю, сегодня пятница. Просто везде очередь. Я даже не стала омлет, как бы, чтобы ждать. Но сегодня, во-первых, сегодня выбор блюд очень огромный. Вот это картошка с чем-то, я не знаю, под каким-то сыром, там что-то еще, красная рыба, там столько всего. Ну, я много чего не ем, омлет не стала делать, потому что я считаю, что я этим и так наемся. И сегодня, ну, снова вот сыр моцарелла положили, его не было два дня. В общем, свекла, греческий салат. Кусочек пиццы зачем-то взяла. Не знаю, потому что я вчера осталась без ужина. Ну, с одной стороны, это полезно. И что я хочу сказать, что я наедаюсь завтраками. Я до 5 вечера не хочу есть. Это вот не знаю почему. Но очень все сытно. И я, ну, как бы поздно завтракаю. Это практически 10 утра. Так что все, кто завтракает вместе со мной, всем приятного аппетита. Пока я сижу завтракаю, даже дождик прошел. Ничего себе. Господи, хоть бы он прошел и больше не шел.
Какой-то ужас. Не хочу дождь, потому что, посмотрите, образно так быстренько покажу. Народу, я не знаю, может, потому что вот сегодня начинается шаббат, выходной. Израильтяне, они любят, когда шаббат, где-то в отеле отдыхать. Кошмар. Я как зашла, яблоку негде упасть. Вот это да. Везде очереди за едой. Но и еда такая более разнообразная сегодня. Ну что, пришла завтрака. Потихонечку погодка вроде бы как налаживается. Надо идти гулять по морю. По морю, по набережной. Ой, господи, хоть бы не было дождя. Какая красота. Какая красота. Дождик такой маленький прошел, пока я сидела, завтракала. Ну, народу сегодня просто вообще. Я не знаю, у них, наверное, вот на выходные так. Местные приезжают в отели, отдыхают. Посмотрите, какое море. Красота. Потихонечку. А, вот немного ветер стих, потихонечку так разливается море. Как же хочется купаться. Не получается. Холодно. Ну, понятно уже. Конец ноября. Так, пойду гулять. А тут, оказывается, и совсем и не холодно. Вот почему-то, когда ты из номера выходишь на балкон, и кажется, что безумный холод. А так вот я сейчас спустилась. Очень даже тепло, море так волнуется, волнуется. Все. Буду прогуливаться. Вон. Даже с этими. Вон люди бегают. Раздетые. А эти, как их? На вот таких на лодках. Сейчас поплывут девчата. Как их называют? Доски вот эти. На лодках, говорю. Господи, ну море такое, да. Мама мия. Встала на эту дорожку. Надо уходить на эту, на пешеходную. Такие волны. Огромные. О, какая волна катит. Ну да. Самый раз, наверное, сейчас на этих досках. Красота. Я, конечно, вот так утеплилась. Думала, здесь вообще холодно. А здесь тепло. Все, пойду гулять. Здесь, допустим, вот так принято. Вот здесь вот на этих стоят лавочки. И местные садятся. Вот сейчас я видела женщины. Сидят тепло укутанные. Это видно, что местные. И вот мужчина сел и просто сидят, смотрят на море. Велосипедисты гоняют. Ой, пожалуйста, сейчас сядет и будет просто смотреть на море. Здесь это принято. Ну вот только сегодня показывает вот такая погода. Все. Остальные дни уже. Где-то тучки будут, но будет солнечно. Дождик больше не передают. Зашла на возвышенность. Немножечко сверху. Хочу посмотреть, постоять на море.
все-таки еще решила прогуляться. Есть такая улица здесь, Бениуда. Ну, она одна из главных, по-моему. Это у них тут везде ремонт. А хочу прогуляться по этой улице. Тут мы тоже когда-то жили. Поэтому хочу посмотреть. И здесь тоже, когда доходишь до Бениуда 1, и, ну, насколько я помню, там можно выйти тоже к набережной, но только с другой стороны, да. Там тоже очень красиво. Вот и, пожалуйста, солнышко во всей красе светит. Сейчас посмотрю, когда дождь кончится. Да, уж действительно сегодня погода разыгралась. Ну все, дождик кончился. Так красиво. Но волны, волны. Сейчас приближу камеру. Есть один кофе очень вкусный, такие. Где его искать, только я не знаю. Вот таких вкусняшек у них полно, всяких разных. Очень даже много всего. $29.90, 30 шекелей. Вот примерно так. Мы часто ходили в этот магазин. Вот эти вкусняшки когда-то мы любили. Не помню, с чем они были, но очень вкусно мы объедали всеми. Что у них тут еще есть? Тут много чего. Такие булочки на правах с яблочком. Это тоже мы раньше покупали, и до сих пор у них это все пекут. Не знаю, сколько они. Они, наверное, килограмм. 59 шекелей. Вот я качество взяла. Сейчас посмотрим. Багет. Тут все очень вкусно у них. Свежий хлебушек. Вот такой кофе. Стоит 9 шекелей.
даже пытается солнышко выглядывать. Пытается, это уже хорошо. Такое сразу тепленькое. Но тучки, конечно, ходят. Так, вот такими вкусняшками закончилась моя прогулка. Авокадо купила. Авокадо здесь просто, вот, я не знаю, такие я только ела в Доминикане. Спелые, спелые, такие жирные, жирные. И посмотрите, какая клубника. Не знаю, вот она вкусная или нет. Ну, очень пахнет, прям вот как настоящий. Вот сейчас буду пробовать. Помою вот столько, сколько их тут штучек. Ну, не знаю, совсем мало, да, видите? 20 шекелей. 20 шекелей на наши деньги, это примерно 350 рублей. Ну, здесь их 1, 2, 3, 4, 5. А вот это вот 12 шекелей. 12 шекелей, ну, примерно 200 рублей. Огромная, представляете, огромная вот такая манго. И вот авокадо. Все, с вами прощаюсь. И до завтра. Всем пока!